окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соуп, постарайся на этот раз не поймать пуль. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти не все. Найди остальных. Кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Парад на него даже не посмотрел. Сразу пальнул и два раза. Они беднягу живьем сожгут. Накроем их, пока они его не свалили. Давай, Юрий. Сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Идем! Заметили!
побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Двигайтесь!
территории, мочи уродов! Нам направляется крупный отряд ополченцев! Так, устроим им копой в стык. Юрий, миномет на крыше твой! Готовы! Начинаем стрел! Клади по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты! Открой! Все цели в деревне считай врагами! Если кто-то шевелится, открывай из миномета! Продолжай стрелять! Думаю, хватит! Выдвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда! Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème.
Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера в фрегата Industries. Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соедините с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь. Чтобы они не задумали, мы этого не допустим.